Сразу к делу. Сегодня посмотрим самую доступную беспроводную колонку от компании JBL. Давайте начинать. Называется эта модель JR Pop и стоит она около $18, что делает ее самой доступной колонкой от бренда JBL. Интересный факт, что компания позиционирует ее как детскую, но я видел с ней некоторых вполне взрослых людей, которые слушали ее на пляже и катались на великах, пристегнув ее к рулю. Продается колонка в простом блистере, который легко можно открыть в отличие от дешевых китайских вариантов. Отложим пока колонку. Кроме нее есть картонка, где указаны основные особенности. Режим фонарика, это просто подсветка, если что. В комплекте есть набор наклеек, защита от воды и пыли по стандарту IPX7, 5 часов воспроизведения, ну и отметка, что разработана для детей. В нижней части есть вот такая коробочка, в которой лежит зарядный кабель microUSB в фирменном оранжевом цвете. Также вот такая инструкция и набор наклеек. И две сильно мятые инструкции по безопасности. Колонка выпускается в трех цветах. Я выбрал синий-желтый вариант. Сверху есть ремешок для крепления на рюкзак или, например, на руль велосипеда. Колонка приятная на ощупь и ощущается, что в отличие от зарядного разъема на качестве тут не сэкономили. С левой стороны есть кнопки управления громкостью, а справа кнопка включения, сопряжения Bluetooth и включения фонарика. Для включения и выключения нужно нажать кнопку питания один раз. При включении сразу загорается подсветка. Находит колонку смартфон быстро, но имейте в виду, что кодек только SBC. Я понимаю, что мне сложно будет передать вам качество звука через свой микрофон, поэтому расскажу про свои ощущения. Громкости и частоты звука такой малютки хватает, но надо уточнить, что кодек здесь только SBC и стоит Bluetooth версии 4.2, поэтому на кристально чистый звук рассчитывать не приходится. По времени работы на 4 часа беспрерывного прослушивания можно рассчитывать. Но есть много факторов, от температуры до уровня громкости. Подводя итоги, могу сказать, что колонка однозначно стоит своих денег, и если вы хотите понять, нужен ли вам подобный девайс, но нет желания покупать откровенный Китай или более дорогую колонку, то, наверное, это один из самых идеальных вариантов. Ну и разумеется, это отличный подарок для ребенка, потому что в отличие от большинства китайских колонок за эти деньги, тут действительно есть как защита от воды, так и надежный корпус. В общем, колонка мне понравилась, а вы не забывайте подписываться на канал. С вами был Антон, приятных вам покупок. Увидимся, ребят.